Утренняя движуха. Ма, что ты это? Давай. Доброе утро. У тебя уже кашель откашливается? Да. Мне его уже нету почти. Ясно. Смотри, Назар, пирог еще там. Микроволновки. Бо этот уже с трудоели почти. Я наш папа еще взял на работу. Я с утреца пожарила мундирку, которая осталась вчера от шубы. С колбаской. И даже позавтракала. Назар бутерброды захотел. Да. Вика уже работает. А что, у тебя урок уже закончился первый? Да, да, да. Ну, хорошо. У меня новый день. Всем доброе утро. Вчера не закончила ничего. Очень рано заснула. Пришла с работы, туда-сюда крутнулась. И прям легла и выспалась хоть. Спала очень раненько. Так, а сейчас жду, мамулька моя должна прийти. Уже что-то мне там тянет нам. Не знаю, посмотрим. Что? Хотела показать цветы, достала уже. Ну, они в зале у нас стояли, в комнате. Те, что хату нас с Мишей подарили на день рождения Сережи. Уже 2,5... Подождите. Да, 2 недели, короче, стоят. Какая прелесть. Ну, конечно, они уже подвяли, но, тем не менее, еще держатся. Листочки, конечно, уже там отпадают, но все равно сам факт, как хорошо долго простояли. Все, притащила яблок, кулечище, печенье всякие, вафельки, яблоки Ивана с ананасами, яблоки с малиной. Хочешь, я хоть теперь достану, бо я уже навряд ли попаду. Ну, вы видели, я на первом этаже, ну, там с бабушкой за деревьями. Ну да, на первом, да. Ты вошла? Это вы против света, темно, вас не видно. Понятно. Не захотела мама кушать. Ну, пирог я ей впихнула, таки выкинула. С кофе. А, я неправильно уложила, тебе упаковала. Она где-то на дно встает, и тогда она застегивается хорошо. Угу. Так все соскучились за шубой, что уже почти съели. А я сажусь обедать. Я уже там подоконники помыла, столы поприбирала в зале. Осталось стирку разобрать. И вообще, столько работы переделала сегодня. Просто молодец. Еще и Вику успеваю развлекать, пока она работает. Ой, мне приятного аппетита. Сережка дома. А я сегодня. Да. Я сегодня то валяюсь, то убираюсь. То валяют. То валяюсь. Прям истинный выходной. Что, лениться тоже надо уметь. Правильно лениться. Да блин, у меня 4 дня рабочих, потом вот это один выходной, опять 3 рабочих. Получается, что это? Один день хочется. Если бы 2 дня, то, конечно, я бы один гупнула полностью на какие-то стирку, а у меня вся перестиранная ранее. Вот, а сегодня... Сразу за камерой симка спряталась, такая, ага. Выглядывает. Ку-ку! Вот, зато я там у Лучика сегодня поубирала клетку. Ну, тебе спасибо помыла. Сказал? Да, сидит, черенькает. Помыла, блин, потеют окна страшно, и начинает аж цвиль появляться. Именно, значит, на пыль, самих... Это пыль где-то, потому что цвили надо за что-то зацепиться, на пластике она не появится. То есть это где-то пылючка, а то там начинает... Темнеет, это. Да? Да. Ну, короче, я все сегодня это все вымыла, убрала окна, протерла, этот подоконник помыла. Вот это у нас и у Назара, у Вики на кухне такого нету. А что это такое? Сильно герметично? Очень может быть, да. Сильно герметично сделано окна. У нас же деревянные окна стояли, а там вентиляция происходила за счет естественных щелей. Угу. Это, кстати, как она называется? Чуть не инструкция по домостроительству. Когда проектировались дома СССРовские, там так и написано, что вентиляция жилых помещений происходит за счет естественных щелей оконных проемов.
То есть то, что нам давали деревянные окна с такими щеляками, это было все предусмотрено. Не, ну поначалу не было этих щеляков. Потом мы их там заклеивали, расклеивали, заклеивали, расклеивали. Сейчас пластик поставил и все, и дышать нечего. Не дышит. Да, особенно, когда на кухне что-то готовишь, вообще все, окно так полностью в тумане, и у Назара, и у значит, нас... на кухне 100% должна стоять вытяжка. Да. По-любому. Конечно. По-любому должна. А вот остальные надо смотреть, вот, как происходит вентиляция. То есть, где у нас стоят нагревательные приборы, те же батареи, там еще какие-то дополнительные. И смотреть, как они циркулируют по этому. И то есть снизу получается приток, сверху отток. Но ты заметил, как окна поменяли? Вот сегодня, например, как показатель мне этот, скажи, я скажу, ветер ужасный сегодня. Колонку целый день тушит, я зажигаю. Только ага. Мыть посуду, мне надо зажечь колонку, потому что она потушена. Этот ветер сильный, плюс 3 всего лишь. Да, сегодня так свежо. И это, а дома у нас не холодно, так что прям холодно, учитывая, что еще отопления нету. Не, ну свежо, прохладно, но я помню, в прошлом году еще, когда окон не было, вообще дубарина была. Угу. Страшная. Моментом причем. Да, такое ощущение, вроде на улице, а не в квартире находишься. В этом году уже будет легче это перенести. Так, сейчас, Сережка, идем. Я что хочу сказать, я целый день ломаю голову. У меня сегодня кризис кухонно-творческих идей. Я не знаю, что готовить. Уже все подоедали. Вот это мы проглоты. Гам-гам. Ты что проглоты? Я вот так готовлю и 2 дня едим. Так у нас же 4, считай, на обеды все берут. Ты, я еще рот закрываю. Я рот закрываю? Угу. Да что ты с прошлого года мне как подпрыгнуло вес. Это обычно у меня 93 держался, а это 98, ближе вот так вот, 97,5. И что-то как-то и замерз. То я вот так, ну то велосипедом уже 4 месяца катаюсь, а оно что-то... Ноги качаются только и все. Да, ноги как у Аполлона. Так, ладно, сейчас оденемся, пойдем вынесем с Сережкой мусор. Я, может, что-то придумаю. У меня есть идея пожарить просто тупо картошки. Отличная идея. Чем проще еда, тем надежнее. Ну, хорошо, а на завтра это так, ну, все равно, что надо готовить. Первое, второе. Солянку ты хотел? Да. Солянку. Солянку, ну, рассольник может еще какой-то. Рассольник я не готовила никогда, это другое совсем. Что там с этой кислой капустой делается? Капустняк. Капустняк. Не, капустняк не надо. Не хочется. Не. Ну, меня, в принципе, и то, и то устроит. И рассольник. И... Не, рассольник я не умею. Я не то, что не умею, то, может, и умею, но я не готовила никогда. Не, не хочу я рассольник. Солянку еще, ладно. Это, а солянка это там, где оливки? О, да, солянка. Маслины. Давай. Маслины, черненькие. Угу. Угу. Ладно, пойдем. Сейчас что-то будем придумывать и к вам вернемся еще. Так и так. А? Вики. Кто? Наушники. Какие? Нет, они на диване. Те, что я монтирую. Да. Так, 2 булки последние в магазине забрал. Этот. Хлеб черный. Манную крупу. Назар попросил манную кашу. Сейчас буду варить. Не могла себя не порадовать, конечно же. Блин, кашель. И взяла пармезана тоже. Так давно не ела. Захотелось прям. Кетчуп. Молоко. Молоко 2 пачки, потому что Назар просит вот это же манную кашу, то я сейчас буду варить. Колбаса. На бутерброды. Лук. Ах ты ж козявка. Стырила булки уже. Лук и сахара 2 пакета. Потому что Сережка на работу еще взял. А еще такой сыр обычный. Все. Ну еще один сахар. По-моему все. Да, вот это все. Вот это все опять походу подорожало все.
Каждый день заходишь и новые цены. 464 гривны. За что? 500 гривен. Мясо не купила вообще. Манную кашу сварю и картошку с грибами жареную приготовлю. Все. Без мяса сегодня. На сырах и на картошке. И на манке. Сима. Коза. Варю, жарю, что хотела. Так, манка у меня уже готова, можно сказать. Какая-то не угадала я по ходу. Забываю, сколько на сколько надо сыпать. Ну, уже как будет. Тут у меня картошка с грибами жарится. И с луком. Вкусно пахнет, капец. Сейчас закипит, добавлю масло и уже можно выключать. Все, у меня уже все готово. Картошку, в принципе, готовила на завтра. Сегодня уже вряд ли кто будет кушать. Помидоры еще достала. Сейчас открою тоже баночку. Никто не будет уже сегодня кушать. Уже как бы время. Назар манку поест, он просил, он грибы не ест. А этот... Сережа поужинал после работы. Доедал то, что у нас было. А Вика вообще ушла гулять в боулинг. Кто придет не голодная. Там они по-любому что-то будут заказывать. Вот, а я тоже не хочу на ночь. Так что вот такие вот дела. Все, на этом все. Отдыхать, завтра уже на работу. Пролетел выходной. Но я сегодня, между прочим, не напрягалась, чему очень и рада. Выходной такой прошел. Не это. Не загрузила себя работой, так сказать. Вот такие дела. Все, ребятки. Всем пока. Слава ЗСУ. Велика подяка ЗСУ. Не втомлююсь це казати. Молитися за наших хлопців. Дякуємо, що ми спимо, що ще живемо. Ой, за все, за те, що боронять нас. Добре, слава Україні. Всім пока.